пенсии. Ну, у нас недавно была осень, поэтому еще можно про осень отголоски есть. И погода такая. Утром звучит где-то... Нет, прошу прощения. Утром где-то звучит мелодия ветра осеннего. Все дальше уходит лето, все незаметнее тень его. Деревья уже не одеты, не в силах держать наряд. И все же звучит где-то мелодия древних наяд. И все незаметнее глазу, та грань, лето, осень, зима. Под ритмы осеннего джаза готовится спать дома. И хочу еще просто как бы, ну, поделиться с вами такой историей. Недавно я прочитала, ну, вспомнила вот, общеизвестный факт по поводу Титаника, по поводу богатой пары, которая не села в шлюпку. Все помнят, и были такие Исидор и Ида Штраус. Очень богатые люди, владельцы сети супермаркетов, которые случайно... Есть фильм BBC, где они об этом... Где случайно, они случайно оказались на Титанике, они должны были плыть на другом корабле, но из-за забастовки их, значит, на Титаник, понятно, что высший класс. И шлюпки все были возле них. То есть возможность у них была, все спокойно, они могли спастись. Из 144 человек высшего, из высшего класса спаслось 140. Вот эти двое, ушла пара добровольно, и еще какие-то два человека. Чтоб сел кто-то другой. Да, значит, там такая история. Они, он отказался садиться, и села, она уже сидела в шлюпке, она его позвала. Он говорит, я не сяду, сначала женщины и дети. И она говорит, а я без тебя тоже не буду. И она выходит из шлюпки и дает свое место своей служанке со своей шубой. Ничего себе. Да. Ну и, в общем, я ходила, ходила, думала об этом, думала. Вот что получилось. Средь глыб и льдов, застряв в плену, беспомощный и одинокий, корабль быстро шел ко дну. Холодный ветер дул жестокий, судьбы ирония слепая. Для громких строился побед, настанет час, и все узнают. На всех там шлюпок просто нет. За это кто пред кем в ответе, уже не до разборок всем. Сначала женщины и дети, не сяду я, мне жить зачем? Ему жена кричит из шлюпки и возвращается к нему, отдав служанке свою шубку, она мне больше ни к чему. И так ушли, как звезды в вечность, и падал снег, укрыв собой трагедию-беспечность и ним, как волны голубой.